Значит, добрый день, уважаемые члены Диссертационного совета. Утвержденный состав Диссертационного совета ПДС 02-00006-15 человек. Присутствует 10, в том числе 4 доктора по профилю рассматривать диссертации. Таким образом, форум 10. Разрешите открыть заседание. На заседании Диссертационного совета от 4 июля 2024 года была принята к рассмотрению диссертации ВОМ по Гектора Жипсона Кинманьона «Исследование надежности замкнутой резервированной системы обслуживания с произвольным числом источников данных и ограниченными ресурсами, представленной к защите на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 1.2.3 теоретическая информатика, кибернетика, и была сформирована экспертная комиссия в составе председателя экспертной комиссии Гайдамак Юлия Васильевна, доктор физико-математических наук, профессор кафедры теории вероятности и кибербезопасности Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Члены комиссии: Ланиев Евгений Борисович, доктор физико-математических наук, профессор математического института имени Никольского, факультета физико-математических и естественных наук Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования Российского института дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Щетинин Евгений Юрьевич, доктор физико-математических наук, доцент, профессор департамента математики финансового университета при правительстве Российской Федерации, проанализировала диссертацию, автореферат, публикации искателей и пришла к следующему заключению. Слово для оглашения экспертного заключения предоставляет секретарю диссертационного совета Георгяну Миграну Мельсиновичу. В деле имеется заключение экспертной комиссии, председатель комиссии Гайдамака Юлия Васильевна, члены комиссии Ланеев Евгений Борисович и Щетинин Евгений Юрьевич. Комиссия отметила, что диссертационное исследование соответствует паспорту специальности 1.2.3 теоретическая информатика и кибернетика. Диссертация представляет собой законченное самостоятельное исследование, в котором решена актуальная задача разработки и исследования комплекса аналитических моделей для анализа показателей надежности замкнутых резервированных систем обслуживания различных конфигураций. Кроме того, отмечается теоретическая значимость диссертации и научная новизна исследований и перечислены пункты, по которым эта научная новизна, которые подтверждают, что научная новизна действительно есть. Не буду их зачитывать полностью. Текст диссертации был проверен на использование заимствованного материала без ссылок на авторов и источники заимствования. После исключения всех корректных совпадений, иных заимствований не обнаружено. Автореферат диссертации адекватно отражает содержимое исследования, четко формулирует его основные положения и выводы. В соответствии с профилем выполненного диссертационного исследования рекомендуются следующие официальные оппоненты. Моисеев Александр Николаевич, доктор физмат-наук, доцент, заведующий кафедрой программной инженерии Национальной исследовательской Томской государственной университет. Также второй оппонент Литкин Виктор Юрьевич, кандидат технических наук, сотрудник ООО «Инфософт». Третий оппонент – Нефис Виктор Александрович, доктор технических наук, старший научный сотрудник, профессор кафедры сетей связи системы коммуникации Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования Московский технический университет связи и информатики. Также экспертная комиссия обосновала выбор оппонента. И как заключение, комиссия рекомендует рассматриваемую диссертацию принять к защите. Все. Спасибо. Кто за то, чтобы считать диссертацию Алан По Гектора Жипсона Кинманона с
Соответствующий профиль диссертационного сета ПДС 02-00006 по специальности 1-2-3 теоретическая информатика, кибернетика. И принятие к защите прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Кто за то, чтобы назначить официальными оппонентами? Моисеева Александра Николаевича, доктор физико-математического доцента, специальность 05-03-18 математическому 05-13-18 математическое моделирование численных методов и комплексных программ, заведующего кафедрой программной инженерии, профессора кафедры вероятности и математической статистики Института прикладной математики и компьютерных наук Национальный исследовательский Томский государственный университет. Иткина Виктора Юрьевича, кандидата технических наук, специальность 05-13-18, математическое моделирование численных методов и комплексных программ, доцента кафедры прикладной математики и компьютерного моделирования Российского государственного университета нефти и газа, Национальный исследовательский университет имени Губкина. Нетеса Виктора Александровича, доктор технических наук, специальность 05-13-01, управление в технических системах, старшего научного сотрудника, профессора кафедры сети связи и систем коммуникации Ордена Трудового Красного Знамени Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшее образование Московский технический университет связи и информатики. Прошу голосовать. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. Кто за то, чтобы разрешить печать автореферата диссертации в количестве 100 экземпляров, утвердить дополнительный список рассылки автореферата и назначить дату защиты диссертации на 22 ноября 2024 года. Кто за? Против? Воздержался? Принято единогласно. На этом повестка дня исчерпана. Всем спасибо. Заседание закрыто. Виктор Сергеевич, позвольте введение совета. Уважаемые коллеги, обращаю ваше внимание свое перед тем, что Мигран Нельсович Девартян теперь у нас новый ученый-секретарь нашего совета. Вот. Огромная ему благодарность, он очень хорошо провел сегодняшний совет. И я уверен, что это хороший старт к началу написания докторской диссертации. Все, спасибо, Дмитрий Сергеевич. Спасибо. Все свободны.